Всем привет! В этом видео подведем итоги первой недели игры на сервере L2 без X1. Что я понял, чего достиг и какие выводы, планы я сделал на будущее. Самое главное, что я понял, если начинать, то именно сейчас. Когда я начинал, таких жирных бонусов на старте просто не было. Сейчас у вас кач X3 до 70 левела, X2 до 80. Весь нужный буст и расходка дается на старте. В общем, знал бы, что такое будут давать, начал бы вот именно сейчас. Ссылочку на сервер я, как обычно, оставлю вас в описании. Начал я играть хавком, потому что очень люблю этот класс. Когда-то давно на интерлюде я очень долго играл за него, поэтому решил, что и тут начну лучника. Но быстро выяснил, что в этой версии игры не все так просто. Лучники просто норм. Не сильные, не слабые, просто норм. Посмотрев ролики на ютубе, почитав инфу на сайтах, я понял, что СБ это топ-класс для игры без доната. А начинать играть я планировал как раз-таки без доната совсем. Но быстро сдался и начал использовать донат со своей реферальной ссылки, которую я обычно оставляю под видео для вас. По традиции я купил все начальные наборы, искупив весь раздел со специальными предложениями, мне очень повезло с плащом. Из 20 или 30 плащей, точно я не помню, 2 зашли на 7. Тогда как с талисманом Адена мне не повезло от слова совсем. Я думаю, что всем и так понятно, что один из топ-бустов на старте это талисман Адена плюс 7, так как он дает плюс 50% к опыту. Но мне удалось сделать лишь плюс 6, что также неплохо. Затем я начал читать больше об СБ, посмотрел баланс классов в Дискорде и увидел, что для СБ нужны книги. Да и админ порезал немного СБ тут, если честно. Плюс у меня был товарищ, который согласился играть на бише и быть для меня пулером. Ну и мы попробовали сделать биш плюс дестер. Закупил также набор заколы, достал много разных талисманов, плащей, каким-то чудом сделал талисман скорости плюс 5. Остальное все я потерял, ну в общем-то как обычно. Кстати, заметил, что при сгорании вещи плюс 5, а именно я говорю о талисманах, тебе оставляет какой-то итем. Надо набрать 150 таких итемов, и тогда что-то произойдет. Я пока не выяснил, что, но, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Я подозреваю, что его можно будет обменять, типа, на другой талисман или какую-нибудь приколюху. Талисманы Адена так и не хотели точиться. Опять сломал все, что было, увы, не повезло. Через какое-то время завезли первую акцию. Она не была сверхинтересной, но самое крутое в ней было это печати Герана и эликсир на статы. Я открыл 1000 сундуков. В результате получил 500 печати Герана, 11 эликсиров, 50 кристаллов Адена, 19 сундуков с кольцами, 24 с сережками, 14 браслетов первого уровня. Начал я с браслетов. Шанс всего лишь 25%, и я сделал всего один браслет второго уровня. Мне невероятно повезло с кристаллом Адена. Из 50 кристаллов один я точнул на 13. Так что мне кажется, это очень крутой результат. Дальше я точил сережки и кольца. Все знают, что минимум надо до 7 их точить, так как они начинают давать один дополнительный стат. Мне повезло, точнул и кольцо и сережка на плюс 7. Затем я купил набор агатионов в эль-магазине, и это было для меня откровение. Вы берете набор, где уже лежит агатион плюс 5, к тому же вам дают купоны на агатионов. И при этом набор стоит всего 6к монет. Я также купил камни, но это в следующем видео. Админ также выдал золотых свинок. Да, он раздает иногда халяву в виде расходочки и вот таких вот сундучков. Там я получил как минимум 12 талисманов скорости, и дальше 5, увы, не пошло. Ну и 5 тоже неплохо. Ах да, я пересел на какое-то время на дестра, мой дружаня пулил мне мобов на бише, но потом вы знаете, что сейчас происходит в мире, у него постоянно падал интернет-свет, поэтому... В итоге вот какой есть буст, такой есть. С кем я буду играть, пока неизвестно. Кстати, о планах на будущем. Я все еще думаю, какой профессии играть. Я очень много пропустил, и у всех профессий появились какие-то новые скиллы, новые приколюхи. Поэтому очень хочется потрогать каждый из классов. В данный момент я бегаю на хавке, так как у него есть трансформа, но у меня ее пока нет. Но в теории когда-нибудь 4-звездочные книги, я думаю, подвезут, и там трансформу реально будет получить. Но мне также рассказывают о Барби и об Эфере, которые вносят какой-то нереальный дамаг. Спасибо за просмотр данного видео. Лучший способ поддержать канал — это ваш лайк. Всем добра, пока.